Муж женился на красивой девушке, которую очень любил. Однажды у нее обнаружили кожное заболевание, и ее красота стала ее покидать. В один день ее муж уехал в командировку и по возвращению попал в аварию, потеряв зрение. Но несмотря ни на что, они продолжали любить друг друга. С течением времени она потеряла всю свою красоту, но слепой муж не замечал этого, продолжая любить ее, и она также очень сильно любила его. Однажды его жена умерла, его охватила глубокая печаль. Он организовал ее похороны и решил покинуть город. Перед вылетом его с недоумением спросили: «Теперь как ты сможешь жить в одиночестве? Ведь все это время ты справлялся благодаря своей жене». Он ответил: «Я не слеп, я лишь притворялся. Если бы она знала, что я могу видеть ее покалеченную внешность, это ранило бы ее куда больше, нежели болезнь. Я притворялся слепым, только чтобы сохранить ее счастье. Она была отличной женой. Мораль: идеальных людей нет, поэтому иногда нам лучше притворяться слепыми и не замечать недостатки близких, чтобы быть счастливыми. Если вы не подписаны на наш проект, мы, вероятно, вам больше не встретимся, но если подписались, поздравляю, вы умственно растете каждый день».